друзья, здравствуйте. Многие задают мне вопросы, как вот пересадить морковку, когда она вот реанимашка, вот как в моем случае. А потом, когда бульба дает ростик новый. Ну, не вот так, когда она у вас сидит и дала вот ростик нормально. А вот эту морковку я еще пока не поливаю, еще рано. Вот корешочки чуть-чуть побольше станут, и я уже буду по краю потихоньку проливать. Вот он, ростик этот. Ну, вернемся к морковке. Вот эта вот морковка уже, в принципе, пора садить, потому что корешочки достаточно большие, ну, по сантиметра уже 3. И здесь активно лезут новые. Мы берем горшок. Ложим сюда влажный мох, хороший. Укладываем его не в камень, а чтобы он был достаточно пушистый. Но накладываем не полный горшок, чтобы наша морковка не замокала. Так. И тут вот как направить, ну, скорее всего, вот так вот. Я ложу ее на горшок, эту морковку. Видно? Вставляю сюда палочки. Четырех сторон. Чтобы, получается, она не шаталась. Маша, подай, пожалуйста, проволоку. Вон там она в коробочке. Вон коробочка. Сейчас. Вот, берем проволоку. Разрезаем ее кусочками. Вот так сделаю. Угу. Так. Ну и получается, фиксирую эту морковку. Ай, проволока неудобная. Так, тогда вот попробуем. Так. Так, вот одну зафиксировали. Она, получается, держит морковку. Теперь я наклоняю, чтобы корешочки чувствовали, где влага. И вот получается, что здесь пустота между бульбой, и что она не будет гнить. Многие пенопласт подкладывают. Ну, что-то у меня с ним не сильно получается, поэтому... Вот получилась у нас конструкция. Смотрите, я ее наклоняю, она не двигается. То есть должна быть максимально зафиксирована. Вот покажу вам морковку. Она у меня отсажена. Вот она. Ну, где-то месяца... Месяц. И вот видите, корешочки уже пошли вот сюда, вглубь. Они чувствуют эту влагу. И то же самое, бульба лежит сверху. Дальше есть такая бульба. Пока здесь вот только просыпается рост. Поэтому садить не стоит. Еще рано. Дальше есть у меня еще вот такая морковка. Вот здесь только пошли корешочки. Пока она у меня просто лежит в горшке, я ее не поливаю, не брызгаю. И жду, когда вот корешочки будут вот похожи на эти. И я уже буду ее садить. Но ее я буду садить обычно. И, наверное, вот этот вот, чтобы не гнило, немножко срежу. Слишком здесь много. Она не любит переливы. Это цикночисы. Конкретно это Джамбо Купер. Ну, вот они вот очень плохо. Несколько у меня было, даже погибло. Ну, конечно, когда морковки в состоянии уже большом. Поэтому здесь и росты растут большие. И бульбы растут большие. Ну и поливать тоже, я поливаю ее, в принципе, не боюсь, что корни большие, тут и горшок большой. Ну, надеюсь, я вам была полезная информация по поводу посадки морковок. Пока-пока!